горячий день получается, и горячий футбольный матч, відповідно, горячий праворуч. Точно передача. І напомазанували медведі, зарець. Іде зараз на другому місці. Невели поки не можна програвати, там в спину дихає. Можуть, а тоді вони також залишаться на восьмому місці. Тобто... Вже, пані та панове, продовжитник Митник зараз зміняється разом із Щербатюком. Щербатюк пробиває чек. Пусть на Щербатюка. Щербатюк підправ. Митника, Митник. Митник. Митник проб. Зіткнення. Вдар, ха, злотик. Штахіттопати, але почитав. Зараз бій. Митник. Правий рахунок, 2-1. Митник, митник! А робить рахунок 3-2. Володимир Гаубов, представник колективу «Дуелапекс». Вітаю, знову перемога, хороший хід набрали. Ще по поєдинку, як прокоментуєте? Ігра така вийшла дуже сумбурна. Я не знаю, чому так случилось.
может быть, недооценка соперника по положению его в турнирной таблице, но, в принципе, я считаю, что у нас команды в группе все плюс-минус более-менее равны. Поэтому, наверное, как-то недонастроились, может, кто-то там не выспался, я не знаю. Ну, игра была сложная. Видно, что у соперника немножко сменилась тактика. У них, так понял, новый тренер Максим Рипов, в принципе, он заслуженный тоже деятель футбола. Вот. И, в принципе, видно, что команда с ним, по крайней мере, морально прибавила точно. То есть ребята дали хороший бой, за что им отдельное спасибо. Игра была, несмотря на большое количество фолов, не сильно грубая. Ну, пару моментов там было только. Ну, в принципе, я игрой, результатом доволен, игрой не очень. Як думаєте, от які аспекти, от окрім зібраності, могли б покращити? Это все тренировки, я думаю. То есть надо отдаваться на тренировках. Может быть, надо проводить больше спаррингов каких-то, чтобы чувствовать какой-то адреналин. То есть на тренировках адреналина меньше, а на таких вот спаррингах больше. Наверное, я думаю, проведем спарринг, скорее всего. Ну, будем с командой обсуждать и с тренером. Я вас разумею. Тоді я вас вітаю с перемогою еще раз. И бажаем удачи в наступних поединках.